Перефразируя Шекспира с извечным вопросом «быть или не быть», «делать или нет», можно процитировать ситуацию, связанную с вакцинацией от COVID-19, когда люди чаще задают этот вопрос себе, и судя по тому, что не совсем активно проявляют желание сделать прививку, они предпочитают дождаться того, что время покажет. А время может нам подкинуть третью волну, если сейчас население не поймет важность своевременной вакцинации, считает главный врач Хабецкой центральной районной больницы Амин Макаов. С ним встретилась Фатима Даурова. Тянуть кота за хвост и занять позицию стороннего наблюдателя может стать фатальной ошибкой населения, которое проявляет весьма вольготное отношение вообще к самой идее вакцинации, считает врач, совсем недавно стоявший на передовой и сполна ощутивший все последствия коварной болезни на опыте своей работы. У людей ощущение, что вакцинация – это такое мероприятие, которое не особо важно. Можно и пропустить, можно и завтра сделать, а может там посмотрим, через месяц сделаем. Если люди не осознают необходимость проведения быстрой вакцинации и образования хорошей иммунной прослойки, в том числе и в Хабецком районе, и в Карачаево-Черкесии, к сожалению, я думаю, что третья волна коронавируса не за горами. На сегодняшний день по Хабецкому району сделано более 700 вакцин. Начиная с сегодняшнего дня, медики будут получать 300-400 доз вакцин еженедельно. То есть препарат доступен к применению, а вот процент желающих привиться, к сожалению, очень мал. Как отмечают сами медики, такое инертное отношение граждан к вакцинации может обернуться плохими последствиями. Времени нет уже. Надо понимать, что если мы войдем в третью волну коронавирусной инфекции, мы и вакцинацию уже практически нормально сделать не сможем. Потому что на фоне там, резкого подъема заболеваемости, когда, извините, надо решать вопросы спасения уже жизни людей, проводить параллельно на хорошем, высоком уровне вакцинацию, это практически невозможно. Верю соседу больше, чем официальным данным. Такое шаблонное мышление населения в данном случае играет плохую роль. Когда социальные сети, слухи и неподтвержденная информация становятся прерогативой, а научная обоснованность фактов отходит на второй план. Не надо верить каким-то слухам, не надо верить социальным сетям. Вот из практически 700 проведенных вакцинаций, ну, даже в виде повышения температуры, каких-либо явлений ОРВИ, ну, у нас даже нет 10 человек таких. А так, чтобы прямо там с хорошей температурой, там 38-39, был всего один больной, и то все хорошо, благополучно. Уже второй этап вакцинации человек прошел и живет спокойно. При этом уже после первого этапа вакцинации мы брали анализ крови на наличие антител. Ну, титр антител, честно говоря, очень порадовал. Семейная чета Братовых сегодня пришла на второй этап вакцинации. Перед прививкой, как обычно, осмотр у терапевта, контроль состояния здоровья, и если нет никаких противопоказаний, то можно делать укол спутника ВИ. А у Анны Васильевны оказалось немного повышенное давление, поэтому после укола стабилизирующего состояния она посидит немного и направится в прививочный кабинет. У тех, кто сегодня пришел на вакцинацию, страха и волнения нет. Мы в прошлый раз сделали, сегодня повторно, мы с настроением, что сделаем в прошлый раз быстро, и не болела, и ничего. Мы даже вообще все спрашивали, как вы, а мы ни температуры, ничего, абсолютно нормально. Сегодня второй раз пришли сделать прививку. Как вы перенесли первую прививку? Абсолютно никак, абсолютно. Ничего не чувствовал, ничего не замечал. Сегодня я пришел вакцинироваться второй раз. Тоже давление проверили, все в норме, все хорошо. И вот сейчас буду делать второй раз. Вы бы рекомендовали? Всем, кто... Особенно людям моего возраста, старшего возраста, им я поголовно всем. Потому что оно безболезненно и хорошо переносится человек. Основные пункты вакцинации созданы на базе районных поликлиник и больниц. Но при каждой из них работают прививочные бригады с наличием передвижных морозильных камер. И когда в каком-либо населенном пункте набирается необходимое количество желающих сделать прививку и терапевт дает заявку, то незамедлительно на место выезжают медики. Механизм работы отлажен на высоком уровне. Дело теперь за желанием самих граждан оградить себя от болезни. Фатима Дурова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия.